Приготовили направку для клиента заказ. В заказе у нас бампер задний на автомобиль Нива Урбан. Цвет черная пантера. Окрасить можем любой заводской цвет. Далее в заказе воздухозаборники АПС нового образца Optima. Устанавливаются они штатно. Задние стойки уже проклеены двухсторонним скотчем. Никаких дополнительных отверстий делать не нужно. И также в комплекте есть весь необходимый крепеж для установки. Также в заказе блок автомобиля Urban под регулировку зеркал и стеклоподъемники. Далее наднумерная рамка, завод, корпус противотуманных фар компании Fenders. Они необходимы для установки на бампер вот таких рамок переходных под ПТФ. И на стандартные бампера можно будет ставить дополнительное освещение. В заказе также присутствует руль Brabus. И как же без них, это фонари в стиле Range Rover черные. По оптике у нас большой ассортимент, поэтому кому интересно, пишите, покажем варианты, покажем видео, как работает оптика.